уже понимаете, почему везде женщины. И там, и там. Особое отношение к женщинам. Когда он учился у Блэра, он так подробно вырисовывал каждый волосок на лобке натурщика, возмущенный вот этим вот вызюливанием на причинном месте, подошел к Ренуару с таким вопросом. Он говорит: вы что, от вот этого вот, то, чем вы занимаетесь, я даже слова подобрать не могу. Вы что вообще себе позволяете? И Ренуар на голубом глазу, не потому что он такой остроумный человек, а он был очень непосредственный человек. Он повернулся к Блэру, тот стоял, а Ренуар сидел на стуле. И так снизу вверх говорит: я получаю от этого удовольствие. После этого Блэр старался уже его не трогать, потому что человек, который прямо говорит такие вещи, все понятно. Дальше. Первая возлюбленная Ренуара, ее звали Лиза. Ей было 18 лет, и она позировала Ренуару, то есть был период, когда он ее изображал бесконечно. Все портреты раннего времени, женские портреты, это именно эта женщина, эта девушка сначала 18-летняя, Лиза Трео. Покажи нам еще ее. Вот она в виде цыганки, то есть бесконечное количество раз он пишет ее. На открытом воздухе, на пленэре. Пишет ее обнаженной, покажи. А в Дарсе есть вот эта замечательная картина, обнаженная, на которой золотые солнечные зайчики. Но опять-таки, это надо смотреть живую. Потому что когда вы смотрите живую картину, вы вправду видите солнечных зайчиков. И вам становится, в какую бы погоду и в какое бы время года вы не приехали в Дарсе, у вас такое ощущение, что вы попали в летний, солнечный, яркий день. И вот 7 лет Ренуар живет с этой девушкой. Они снимают маленькие домишки вдали от Парижа, наслаждаются обществом друг друга, пока, наконец, родители Лизы не задают сакраментальный вопрос. Вы понимаете, какой вопрос задают родители, если 7 лет девушка находится рядом с художником, который уже неплохо себя чувствует материально, который в портретах так приподнялся неплохо. Какой задают вопрос? Когда свадьба? Совершенно точно. И Ренуар, о котором я вам уже говорила, его главное умение было ускользать. Он ускользнул от этой щекотливой темы. И родители, которые все поняли про этого человека, сказали, что он нам не нужен. До свидания. И девушка, которая была на тот момент 25 или 26 лет, она бросила Ренуара. Для него это было очень сильным ударом. И он стал уже искать себе женщину, девушку, менее требовательную. Он стал искать такую, которая может с ним жить, не требуя никаких обязательств. И его следующая женщина, которая тоже во многих картинах, я вам ее покажу, ее звали Алина Шарибо. По одним сведениям она была прачкой, по другим сведениям она была официанткой, по третьим сведениям она была цветочницей. Возможно, она все эти профессии у нее были. Но когда они соединились с Ренуаром, то она сразу про него поняла своим женским сердцем самое главное, что ему надо дать возможность заниматься любимым делом, и не морочить голову никакой свадьбы. Вот им хорошо вдвоем и замечательно. И в этих отношениях родился первый сын Ренуара, Пьер. Поскольку все его друзья уже на момент, когда у него родился первый сын, все его друзья были женаты на своих подругах, с которыми они тоже это были иногда натурщицы,
Иногда просто девушки, которые позировали любимым мужчинам. Все уже вокруг переженились. И практически Ренуар оставался чуть ли не последним холостяком, живущим с подругой. Когда забеременела Алина вторым ребенком, он уже сам понял, что нужно оформить отношения. Ему хотелось, чтобы его второй ребенок уже имел в метрике запись фамилия отца, как положено. И родился второй сын, которого звали Жан Ренуар. Кто-нибудь знает, кем стал этот второй сын? Это знаменитый кинорежиссер. Это всемирно известный режиссер, который потом написал замечательную книгу про своего отца, и который, ну, весь кинематографический мир, это уже классика, изучали и работы Жана Ренуара, и вообще, если кто знает, был такой путешественник Жак Ив Кусто. Кусто знает. Так вот, путешествие снимал Жан Ренуар. То есть вот это видение, вот этот хрусталик глаза, который улавливает все замечательное, он, конечно, взял у папку свою. Вот очень интересная есть цитата из книги Жана Ренуара про его отца. Вот что он пишет об отце. «Своими хилыми руками он пробил панцирь, сковывавший сердце толпы. Более того, он вылепил эту толпу по образу своего идеала, как он вылепил свою жену, своих детей и натурщиц. Улицы наших городов сейчас полны ренуарами, девушками, детьми с искренним взглядом и кожей, которая не отталкивает света. Та планета, которая была раньше населена существами длинными и бледными, благодаря отцу наполнилась маленькими пухленькими созданиями с румянцем во всю щеку. Его единственным желанием было служить верным посредником между чудесами, которые он ясно различал, и людьми, которые нуждались в небольшом указании, чтобы их угадать». Вы представляете, как он понимал то, что создает его отец, написав такие вещи? То есть, действительно, девушки Ренуара сначала были в картинах Ренуара, потом они оказались на улице. То есть, стало модно все то, что предлагал Ренуар. Давай дальше. Вот. Это тоже картина в Дорсе. Значит, мужчина, который стоит перед девушкой, качает ее на качеле, это его брат Эдмон. Девушка, которая на качеле, одна из его натурщиц, которых у него было несколько женщин. Вообще, это очень интересная история женщин Ренуара. После Лизы Трю появилась новая дама, которую звали Маргарита Легран. Он ее встретил на Монмартре. И это была та единственная такая любовь всей его жизни, когда в его присутствии говорили, даже произносили имя Марго, он поворачивался и уходил. Он не мог слышать, потому что она для него была, ну, той, о которой он мечтал, которую он получил, но в 20 лет она заболела тифом и умерла. Причем все деньги на ее лечение, на лучших докторов, на лучшее питание, на лучшее содержание давал уже достаточно состоятельный Ренуар. Ничто не помогло, она умерла. И когда ее хоронили, то хоронили ее по-царски, потому что Ренуар заплатил за такие похороны, как будто хоронят аристократку. Все, что он мог, он сделал для нее. И она была главным персонажем самых ярких, самых интересных картин, пиковых картин Ренуара. Вот теперь, пожалуйста, бал в Мулен де ля Галете. Да. Эту картину мы тоже видели в Дорсе,
и спокойно на эту картину смотреть нельзя. Все, кто видел, кто был в Дарсе, то наверняка видел эту картину. Попытайтесь объяснить, почему. Почему эта картина вызывает вот какую-то ажиотацию.